Добрый день, дорогой мой друг. Меня зовут Алексей, я предприниматель из Владивостока. И сегодня я хочу поделиться с тобой о том, как я делаю рыбку холодного копчения у нас в меню. Вот такая сегодня селедочка, простая, не лютерская. Расскажу о том, какой я делаю узду для нее, сколько она лежит у меня, и как я ее копчу, какие у меня компании мазки. В прошлом Идиле, вот это наш российский производитель Картилин, недорогого сегмента, простым обслуживанием, простой работе. И результаты, которые приносит данная картина, поражают. Давайте начнем. Я взял сегодня несколько хвостиков селедочки, она у меня уже растаяла. Это рыба, добытая в море, вот нашими местными рыбодобывающими компаниями, которые рыбачат в районе Дальнего Востока, скажем так. Вот. Солить я буду рыбу в тузлуке 25%. Я уже налил вот в такой полукуб 4 литра воды. Сейчас расскажу о том более подробно, как я делаю тузлук и почему именно так. Селедка. Селедка сама по себе рыба жирная. И соль берет не очень. Поэтому, что касается селедки, можно смело брать соли побольше. Я насыплю. У меня весы стоят. Камеру, наверное, не видно. Насыплю 400 грамм соли. Почему 400 грамм соли? У меня тузлук идет, он будет состоять из 25% объем воды соли и 10% сахара. Сахара я обычно всегда добавляю, когда солю рыбу, для того, чтобы мясо повкуснее получалось, плотнее. Соли на 4 литра воды я возьму 25% килограмм. Один килограмм соли, у меня такая вот соль, обычная, поваренная, в упаковке по 2,5 килограмма. Бесплатная реклама компании посольства. Берем 1 килограмм соли, высыпаем. И все это, друзья, хорошенько перемешиваем. Я обычно не заморачиваюсь, беру ножом широким топориком. Им же работаю, им же делаю тузлук. Какие методы посолки сельди я еще использовал по своей практике для того, чтобы закоптить их на коптильне компании «Мазки». Я использовал 15% раствор. Но делал это я с засолкой не в 3 часа, так как у меня производство, мы делаем все это в более крутом растворе, но более короткое время солится. Чтобы просолить в идеале, вообще сделать тузлук для посолки соли, селедки, тузлук такой же, как вот в магазинах продают ведерко, селедку там, всякие пряные посолы. Я уже сегодня не стал делать такого, ничего подобного. Делаешь небольшой раствор соли, процентов на 12-15. И по отношению к воде, я говорю процент соли по отношению к тузлука, жидкости. Не на объем рыбы, а на объем тузлука. И такой раствор соли 15% я оставляю на ночь. То есть я с вечера рыбу размороженную забрасываю в этот узлук, и она стоит там ночью.
следующий день я прихожу на производство, ну, если это я делаю, как обычно сотрудник делает. Прихожу на производство и промываю руку хорошо, вымачиваю чуть-чуть воду. И все, и вешиваю. Сушу на вялочный шкаф. У меня ШВС 3 компании Москвы. Который очень удобный в эксплуатации. Хорошо просушивает. К нему у меня куплена розеточка, я потом вам покажу ее. Выставляю режим сушки. Так я делаю для всей рыбы абсолютно. Какую бы я не пропускал через сушильный шкаф, ставлю режим. 3 часа работает, 1 час отдыхает. 3 работает, 1 отдыхает. И таким образом я подсушиваю рыбку. Для чего я так делаю? Делаю это для того, чтобы рыба, если ее повесить и просушить, постоянно вентилятор будет работать сушильным шкафом. Рыба сверху обсохнет, корочка покроется, а внутренняя влага не выделится наружу. И тогда рыба получится не такая качественная, не так вкусная. Не так проверено. Все, друзья, мой узлок готов. По желанию сюда можно добавить каких-нибудь специй. Например, семенная горчица. Селедка любит горчицу. Я думаю, все знают, все пробовали селедочку. Все, укладываем ее в этот узлочок. 25% и оставляем на 3-4 часа. Я пока поставлю на паузу и когда продолжу промывать ее и одевать у меня такие шампурики от компании Москит, они тоже поставляются в комплекте вместе с коптильным шкафом и сушильным шкафом. Так как у меня и то, и это, у меня большой комплект шампуров, они подходят и туда, и сюда, одинаково по размерам, это очень круто. Друзья, наша селедочка посолилась. Напоминаю, что она лежала в клетком тузлуке. 3 часа, после я ее промыл, ополоснул и сейчас буду показывать вам, как я ее подготовляю для просушки. Надеваю я ее просто через глаза шампурами, которые предоставляются в комплекте компании Москит. Таким вот образом, ничего сложного. Селедку не обязательно вскрывать, вытаскивать из нее кишки, икру, молоки. Тому подобное. Вот так. Вот 5 хвостиков. Мы с вами повешаем. Таким образом. А уже суши на вялочном шкафу в моем ШВС мы их распределим, чтобы воздух проходил. И оставим вялиться с таймером 3 через час, как я уже рассказывал. Я включил специальную розетку для этого. Она включает и выключает, чтобы рыба просыхала равномерно, влага внутренне выделялась и все было хорошо. Дорогой мой друг, мы переехали в другое помещение на моем производстве. Здесь у меня расположен холодильник большой на 8 кубов. Здесь у меня стоит сушильный шкаф ШВС-3 от компании Москит в прошлом идиле. Здесь же у меня стоит коптильное оборудование. УЭК 2 на 100, загрузка до 100 кг продукции. Сейчас мы нашу селедочку будем вешать для дальнейшей ее обсушки, скажем так.
Мы ее паяли, до завтра я ее на ночь оставлю. У меня вечер сейчас в Владивостоке. Паялим, у меня к данному шкафу приобретена отдельная розеточка с таймером. И я сушу продукцию, как я уже говорил в прошлых видео, по принципу 3 часа работает, час отдыхает. 3 работает, час отдыхает. И это нужно для того, чтобы когда рыба обсыхает снаружи, покрывается корочкой, оборудование останавливается, и вот за вот этот час отдыха внутренняя влага выделяется наружу, и потом опять она обвяливается. Таким образом продукт хорошо провяливается и снутри, и снаружи. Это очень нужно делать для того, чтобы потом коптить и получить более хороший вкус продукции. Все, закрываем наш шкаф. Включаем сеть, сушка, нагрев. Выставляем до 25 градусов. Сейчас у меня вечер в Владивостоке. Завтра к обеду приеду, и мы с вами покоптим. Настал следующий день, друзья. Давайте выключать будем наше сушильное оборудование. Напомню, что у меня оборудование от компании Москит. В прошлом идиле это наш российский производитель. Он производит замечательные коптильни электростатического направления. У меня здесь висит селедочка, которую мы с вами разделали. Вот она подвялилась. Смотрите, она хорошенечко подвялилась, по ней видно. Нету влаги абсолютно. Напомню, что она у меня вялилась методом 3 часа работы, час отдыхает, так как у меня есть розеточка для этого специальная, приспособленная, приобретенная дополнительно к этому шкафу. Она продается в любых магазинах электроники. Давайте повешаем нашу рыбку в нашу коптильню. У меня коптильня УЭК 2х100, загрузка до 100 кг. Данная коптильня имеет в себе 4 функции. Это традиционное копчение холодное, традиционное горячее копчение и то же самое, только с электростатикой. Холодное копчение электростатическое и горячее копчение электростатик. Здесь у нас имеются вот такие полозья. Они выдвигаются. На них подается фаза. Соответственно, эта фаза попадает на продукт. По стенкам у нас 0. Получается, за счет того, что фаза на продукте, по стенкам 0, создается электростатическое поле. И когда дым поступает в камеру, то фаза электростатики притягивает в себя дым. И весь дым проникает до самых костей в продукт. Таким образом это происходит. Друзья, мы повешали нашу рыбку. Сейчас главное проверить, чтобы обязательно, чтобы продукт не соприкасался со стенами коптильни. Почему? Потому что будет происходить пробитие, и тогда копчение у вас не получится. Закрываем нашу коптильню. Давайте с вами переедем. У меня вот здесь находится зольничек на коптильне. Зольничек. Таким вот образом данная коптильня работает на дровишках. У нас вот такие вот дровишки идут. В комплекте есть одна порция дровишек. Но я отдельно еще купил у производителя. У меня ольха, она обешкурена, потому что если коптить вместе со шкурой, кожура, говорю, в общем, вы меня поняли, то продукт будет киснуть. Запихиваем наши дровишки в зольничек.
Вот, там нужно 150-200 грамм дров. Этого достаточно для разового копчения. Закрываем, закручиваем такой маховичок. Сейчас мы включим нагрев зольника и через 15 минут запустим электростатику. Еще в комплекте данная компания поставляет вот такую лопаточку интересную, чтобы вычищать из зольника сгоревшие угольки. Это уже после копчения. Смотрите, друзья, вот здесь у нас расположен пульт управления. Вот эта сторона верхняя отвечает у нас за горячее копчение. Это включать ТЭН. Внизу он на полу находится. Он нагревает камеру до 110 градусов. А здесь мы в порядке очереди включаем сеть, чтобы заработал весь пульт. Включаем нагрев зольника и выставляем температуру 300 градусов. 350 градусов. А через 10-15 минут нагреется и начнут гореть дровишки. Там сверху на коптильне... Покажу. Вот тут сверху на коптильне есть отверстие. Не знаю, видно, не видно. В общем, вот здесь. Отверстие. Через него, через 10-15 минут пойдет дымок. И тогда мы включим электростатику. И оставим на 40 минут. Через 40 минут все мы выключаем. Даем еще отдохнуть. Чуть-чуть, чтобы дым осел. И потом перевешиваем наш продукт в мой шкаф, вот в этот шкаф, для того, чтобы обветрить продукт от дыма на пару часов. И наш продукт будет готов. У нас закончился процесс копчения. Выключаем. Прошел 1 час. И наша селедочка, в принципе, готова. Еще есть небольшой дымок. Вот эта красотка вот таким вот образом выглядит после копчения. А сейчас мы ее повешаем на шкаф и обветрим немножко, пару часиков. Вот таким вот образом. Все, через пару часов будем ее пробовать. Ну все, друзья, наша селедочка готова. Она покоптилась. После этого она еще 2 часа обветрилась. И вот так вот она получилась. Смотрите, какой цвет, как она выглядит. В целом очень хорошо, красиво. Крошится. Ничего сложного, как вы видите. Все очень просто. Копчение методом электростатики. Рекомендую вам компанию Москит. Подписывайтесь на мой канал, на канал компании Москит на YouTube. Ставьте лайк, пишите комментарии, будем отвечать на все ваши вопросы. Как говорится, милости прошу. Пока.